26 июня, Савельева братовщина, вот такой улов сомиков у Леонида. Леонид, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Наверное, по вашему улову все-таки сегодня целью был сом вашей рыбалки, да? Да, упирался сомика на червяка, на печень не получилось у меня. Убирал. Да ничего, сейчас подниму. Вы говорили, да, что целью сегодня будет в вашей рыбалке сом. Да, ну так и получилось. Карпа вы особо и не пытались ловить, да, я так понимаю. Ну и традиционно как, рыбалкой довольны в целом остались? Да, конечно. Ну, улов неплохой, да. В общем-то. Говорят, сомики эти, если их уметь правильно готовить, африканские, очень вкусные. Вот я пробовал, за это за ними приехал. Так что приятного вам аппетита за столом. Спасибо. Мы вас рады видеть всегда, приезжайте к нам еще. Спасибо, до свидания. До свидания.